витрин. Гейский, блядь, для Джериона. Какой рубин Джерион? Так, и мне нужен еще один амитрин. Ну, этот. Амитрин? Чё? Ихний, нормальное слово. Ихнего, да. Это вообще шок. Ты с бульбулятором был вчера в рейде, он говорил ихнего. Такой тупой просто. Но детей-то полно, хули. Погнали, треш бить. Хилы, танки есть. Танки, начинайте. Злой, тебе что здесь на ШП надо? Давай сейчас запы, плащ. Ну, мне похуй вообще. Ну, понятно, я по сути пошел подамажить свои. А? Опять ничего не заберешь, да? Андан мне похуй вообще. Да, да ты видел кто там давно. Ну так чисто. Блин, был бы этот вар в хосте, было бы шикарно. Так перебей, что проблема? Голду тратить на чужого персонажа. Потом у него нету плаща. Блин, ладно, у него есть плащ. Но он не тролль, типа, понял? Нет. Но быть троллем. А я тролль. Новая метка, нормальный. Нет, Джерри, он-то слишком туп для тролля. Монда, можешь перебиться в хаст. Я, у меня один вар на силу, а этот пулпер он будет хостовить. Хорош. Гейпер. Ну короче, еще прикол. Джерри, ну тебя сейчас напишу. Джема, сундука. Что? Все у тебя купили сундука? Да. Ты за сколько коня продал? За 7000 плюс. Ой, крафтовые сапоги. А, медальон. А медальон оставил себе, Диме отдал банши, накидку. Банши, так, чтоб Канару, да, троллить? Мы трэш бьем. Лети пока сам. Я уже прилетела. Так я вот Гримар... прилетаешь, Гримар. Я покажу, как надо летать с Гримара в РС-ку и не ждать Сумона. Я вот, смотрите, 23.59, дирижабля нету, я буду... Как он 10... много пиздит, а? Через 10 минут... Полетка прокачана? У меня полетка прокачана. Ну так это опять минус Бориска тундры лететь здесь. Ну я знаю, я же говорю, сейчас дирижабль жду и буду, короче. Это, давайте обломаем Джерриона. Локи, поставьте шкаф, пожалуйста, засуманим этого хуйфлёта. Димон, ну ты в фурике, надеюсь, скачал вот это? Ты не Гриша? Я качал, да. Хорош. Это вообще топ херота. Я качал это, я и буйство не качал. Хорош. Не, ну буйство я качал, я не качал что-то типа другое. Я, если один фурик в рейде, то я иду перебиваю талантом. Если типа их два и больше, то нахер не надо. О, мы с тобой привыкнем на бока перебивать таланты по КД. А Рейган, тебе что-нибудь надо на ДДшке? Ты, инженерка как на приста, нормальная краш? Такой себе. У тебя была она на твоем тролле, да? Ну, если ты только камни в СПД вобьешь.
Ну, у меня, да, у меня была нинджа и еще какое-то говно. Я бы, короче, поставил ювелирку. И еще что-нибудь поставил. Ювелирку? Да, подняшку. Подняшки это все долго качать. Да, и... там 420 хватает уже, ладно. Камни в крит бы поставил. Партняшка 5к обходится там по хуйне. Я по-любому. Да, раньше, короче, на Сергее там играл такой приз MUQQ, короче, не знаю, помните вы его, не? Этот приз был в Pitfall Creed. Да. Конечно, не упырь, но он хорошо дамажил, короче. Такой подумал. Он был убит. Он был в СПД Крид убит. Ну так а сейчас что, такие кресты не доможет, что? Мне кажется, хосты там будут. Да сейчас половина хоста, кресты вбиты, там СПД крит и СПД дух там пару камней идет. СПД хоста все вбиты. Ну, Бесси только шмотом кап хосты набирается, поэтому там желтые виды сокеты есть, там они ставятся на крит СПД. Ну у меня тоже на крит СПД стоят, СПД дух. Не, я ну, пробовал, короче, него... вообще фул криту вбиваться. Блять, это хуйня вообще. Просто хуйня. Не, ну разве я что желтые. Нет, а я говорю про все. В красные СП... Это СП... понятно, бред. Не крита. Сколько крита в бисе крита? Ладно, да, ты так. Ну, у меня в данный момент 45%. Ну, это талант еще учитывать надо и дебафы цели. Не, я считаю без талантов. Просто 45. Ну, и это Диме. У меня, короче, где-то скриншот этого приста, но у меня всего скриншотов где-то штук миллион, поэтому мне лень их искать. Не, ну Мук он так сам по себе хорошо играл. Столик, пожалуйста. Ладно, давай в ДД спекайся здесь. Иди смотри, я не хочу лететь. Вот, хорошо. Дайте омоложение буйный рост навара. Ебать, короче, хотите прикол? Я просто открыл форточку, немного охладилось, блять, это ебаная комната. Спасибо, что напомнил, я закрою окно, скажу. И, короче, у меня сразу температура ведюхи упала на 5%. Нормально. Дил, знаем уложение будет рост. И не того вара, на новую мету. Да я думаю, чё ноги мерзнут, блядь. Дима, готов? Да. Начинайте под это. Нет, лёд, блядь, нет! Джерин обрыгался. Для всех, кому лень с огри лететь, вот, ждал дирижабль 12.05, и я уже долетаю. Не, 17к топором. Вот, бля. А вот этот Петросика не сколько хп с флаской вместе 65к, да? Я без понятия. Бага. В ЦЛК под кровью 98 и 95. Но если я ключ одену, то там под сотку. Нормально. Под сотку ЦЛК будет даже. Мне так кажется, нахуй нету. Надо форточку, блять, закрыть. Да, в принципе, я не стал что-то на ДК этого КЖ вкачать, я на одного вкачал. Там разница в две силы всего, горная 60 до наручи, чарльз на 40, считай, тоже. Сейчас перчи возьму с меткости, у меня вообще будет 400, это пиздец. Ну, заебись тебе, блядь, палкой хуярили. Мутант, особо пряник первую копию, поклонская вторую. Не агрить, я уже долетел, пожалуйста, 30 секунд осталось. Так ты сможешь зайти в инф, не? Давай, Эгри. Начинаем это. Он даже лед сможет забрать. Я последнюю копию забираю, Васа. Нет, ты первую.
задание! Мутант, поведи. Блин, да твою знаете, мать, ну ты чё не захилил? Есть, короче, такая штука, которая типа резает ману, но убирает хп. Поклонский, эх, давайте потупим. Блядь, просто Поклонский! Дайте рост. Ресницы. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Не заходите только внутрь, встаньте перед входом. Злым пробафаем, сейчас рыбу поставим. Вот они мобазу. Есть еще ковры? Мобалу, это не вот это? Оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья... Рыба у кого-то есть? Дайте рыбки пожрать, подожди. У входа стоит. Я ей говорю, чтобы не забули. Но основной целью врага была кладка яиц в свете. Да, бафы дайте по волкам. Пристам. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Всем начинать. Слуги, обратите их в пепел. Псих, крикни на хп. Я думаю, ему сейчас не до этого. Эти мобы, блин. Ну, реогность повысила. Давай, у кого права есть? Ну что? Кого ответственного за добычу поставить? Так давайте повышу. Ком ты? Давай. Прокайся. Так, как всегда, первая пати тьма, все остальные свет. Кто что танчить будет? Ваня тьму. Мутант тогда тьму, пряник свет, Поклонская мелкий трэш.
Тьму хилят Гутербал, Хоте и Синдин, свет хилят Лола и как огурчик. На второй фазе ману заливайте Гутербалу, Гутербулу, на третьей фазе Лоле. Войд заливаешь в начале второй фазы ману, Упи-Юпи заливаешь в конце второй фазы ману. На третьей фазе, как откатится, заливать ману Лоли. Марина, да ты там говори, если что, гимн дать. Напоминай про инеры, если забудут. Можно каску по присту? Зверь, он тут? Илвас тут? Дай ему вложение. За 10к коня купили. Четвертая пати, кроме демона, остаетесь добивать больших. Посмотрите, пожалуйста, Shadow Morn, Faycast, Tupi-Yupi, Crazy Brain. Остаетесь добивать больших. На третьей фазе злой подиспелишь? Да, подиспелю. Всю третью фазу диспелит Crazy Brain. Синдин, все остальное. Ну, там есть. Распределили Рейги на Тернити. Есть зелень несокрушимости okay. Модом. Ну, дайте тоже зелье несокрушимости. Серега, где не хватает. На, понял. Дима, ты ж помнишь, ты во тьме престом. Да. Тотем от огня ставить? Да, ты ставишь тотем от огня. Зашли за линию все. Этернити. Начинай, мутант. Дима, крикнешь на хита. Упи, метка. Перебежали. Джерион. Менял Тор, да? Да, брат, не было. Перебежали. Вы уже не дотекло. Новая мета. Бар, крикните на хп. Мутант, заходи сразу. Рейд ждите. Зашли рейд. Крикнули на хп? Да. Здесь где стоим? В звезду сместитесь, потом слева стоит. Новая мета-метка. Злым изрывом. Упи-юпи, ты должен не было добивать больших. Нормально, почти добили. Ну, добили металл. Доходите, заходите. Серега ближе к морде. Вообще я не хилю пока. Мне не хватит маны. Да, эконом. Танка подхиливай только если что. Пацан. 56. Селена метка.
Бьем пока босса. Минилтор, метка, выходим в свет. Перед посланником смертокрыла. Даем свету рост. Таргарин метка. По агру нормально? Перебежали? Да, нормально. Блин, этот с маной может спеть. Нормально пока. Фейкаст метка. Во тьме дали рост, свет бьем трэш. Цвету. Фейкаст. Бьем босса. Перебежим туда, Дим, дожги. Я поставлю туда. Я вам подсмеиваю. Селена, как перебежим, спою жги. Свет, стоп, свет, не бьем босса, ждем трэш. Путан, ты не стерили. Че ты не кидаешь ее? Пацаны, я понимаю, что я скилованный, но где фридом и ретрики, ёбану в рот? Вторую метку выношу без фрида. Купи ее пример. Большого залейте уже. Все. Ну, смотри, еще может 70 быть, не знаю, перебежали. Стопнуть? Не-не-не, уже не надо. Не, нормально все. Как огурчик, вот, метка. Больно. Вот опять по хатае нет фридома. Дайте капну, дайте по врубля. Пожалуйста, капну. Тайкаст метка. А, не бейте босса, не бейте, подождите. Все, бьем босса. Перебежали. Это нормально. Будет метка. Дальше, слади. Серега, метка. Он сделает два шага назад. Диспайлер. Свет. О, блядь. Я походу просвакал. Спасибо. Перебежали. Захильте, захильте БДК. Крызянтинг. Чточка МВшку дал. Да сдиспайте меня, у меня маны нету, блядь. Шо, играть? У нас Регена мама святая. На мне есть. Я уже пел Дим. Пел Дим. 60 минут. Добиваем. Да, перебежали и добиваем босса на пульте. Мелкий трэш. Капля и только босса. Бросал через 30 секунд. А добьем, добьем. В это время я еще не давал рост цвету. Я говорил, типа, ждите, ждите. Рост понятно, но, кстати. Все, нормально. Сука, где ДД-шмот, блядь? Фух.